Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале СВЛ Радио Наблюдатель. И сегодня, наконец, настал тот день, когда мы сможем проверить КСВ антенны Яги 3 плюс 5 элемента, которая как-то мелькнула в одном из прошлых видео при проверке радиостанции. Сразу скажу, что эта антенна была просчитана на программе МАННА, создана по чертежам этой программы. И пока остается в таком виде до окончательного варианта, до проверки КСВ. Но недавно мне пришли переходники для КСВ метра под эти разъемы. Вот они, эти переходники, под вот такие вот разъемы. Ну что ж, давайте проверим КСВ антенны. Включаем прибор. Прибор у нас включен. Включаем радиостанцию. Одна частота будет общевызывная, 2 метра. Вторая будет 70 сантиметров общевызывная. Прибор у нас включился. Программа загрузилась. Ну, давайте посмотрим, что антенна скажет у нас на 2 метрах. Включен повышенный питание антенны. 9 ватт. Сейчас радиостанция должна выдавать. Аккумулятор заряжен почти на всю 8,1 вольта. Ну, давайте посмотрим. Нажимаю вызов. 2 метра, 145 500, максимальная мощность радиостанции. КСВ 1.11, выходная мощность радиостанции 5,5 ватт, частота 145 500. Ну что, 2 метра показала себя хорошо, потому что антенна собрана практически из подручных средств. Только стержни и провод были куплены в магазине. Следующий этап. Давайте проверим антенну на 70 сантиметрах. Частота 433 500. Также мощность 9 ватт. Которая должна была быть. Ну, смотрим. Жмем вызов. Также значение. Частота 433 500. Мощность 6,07 ватт. КСВ 1.13. Ну что ж, этот показометр, у него погрешность минимальная, была проверена на вместе с оригинальным прибором ЯСУ КСВ-метром. Погрешность составляет несколько десятых доли, можно сказать так. Ну что, можно сказать, что неплохо это для вот такой вот антенны, которая собрана из сантиметровых стержней, из дерева, которое было на данный момент. Антенна собиралась зимой, где-то был январь месяц. Теперь можно будет это все облагородить, все болты поубирать, наложить еще сверху еще одну такую же рейку и все спрятать. Все соединения, чтобы все стало красиво. И второй вариант. У меня антенна есть двойной квадрат, который тоже хотелось бы проверить КСВ. Ну, оставайтесь со мной. Для вас это пройдет пару секунд. А я сейчас пока переключу антенну. И вот я снова с вами. Антенна двойной квадрат. Собрана по чертежам одного из радиолюбителей, который разместил свои чертежи в интернете. Ну что ж, давайте проверим КСВ антенны
двойной квадрат. Также включаем радиостанцию, включаем прибор. Переключаемся на 2 метра и прибор. Программа загружена. Также мощность рации 9 Вт на выходе. Как мы уже поняли, что она это 5,5 Вт. Ну, я где-то читал, что это автоматическая регулировка мощности при повышении КСВ от 1. Но, тем не менее, на 5 Вт она хорошо справляется. Ну что, жмем вызов. Мощность радиостанции упала на 2,6 Вт. КСВ 2,51. Сразу скажу, что сколько ни пытался, КСВ убрать мне не получилось. Если кто знает, как можно убрать КСВ, убрать его в единицу, то пишите в комментариях, буду признателен. А 1 квадрат показывает КСВ 1,09-1,05. Антенна у меня сейчас собрана по чертежам одного из радиолюбителей, который я уже сказал. Кабель идет 75 Ом, как у него показано. Такое же соединение. Вертикальная поляризация. И квадрат. Полотно квадрата идет 0,08 сантиметра. Толщина трубки. Ну вот, это была проверка моего антенного хозяйства по КСВ, с которого можно сделать вывод, что Яги можно смело ставить на базу, поднимать на высоту, предварительно все собрав и облагородив, а с квадратом придется поработать. Все, кому понравились, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, дальше будет интереснее. Накопилось много материалов для записи видео, буду снимать дальше. А те, кто знает, что делать с этими квадратами, пишите комментарии. С вами был СВЛ Наблюдатель. Всем спасибо за внимание. 73.